Всем привет! Сегодня уже 12-й день моего велопутешествия. Нахожусь я вот в таком хостеле. Хостель недалеко вот от Бреста. Вот ЖД Брест. Вот хостел называется Брест-Литовск. Стоит 16 по букингу или 17 рублей без букинга. В общем, 6 и 7 долларов, соответственно. Вот такая вот, только вот хостел, такие кроватки. Ну, такой уютный, но будьте готовы, что один такой нюанс. Постираться можно, да, но это будет стоимость 3 рубля стоить. И я постирал, конечно, свои вещи, но они почему-то у меня не выстирались. Вот один минус. Посушить есть, где поставить велосипед тоже есть, где пособное помещение. Что еще? Только вот по поводу не умывальников, а душевых леек. Там, конечно, они в таком плачевном состоянии, но более-менее. В общем, все есть, холодильники, все есть. Мне понравилось, только вот именно что по поводу душевых комнат. Там лейки и вода, то горячая, то холодная, резко меняется. И сами, вот, чтобы под душем нельзя побыть, то какая чисто вот леечкой. Можно себя обдать и все. Но так в целом все нормально, мне понравилось. Так, вот туалеты здесь есть. Вон, где можно посушить вот здесь белье. И здесь, и вот там тоже. И сейчас покажу. Вот, вот здесь плита есть, холодильник. Естественно, можно помыть. Ложки, вилки, все принадлежности. В общем, и сейчас покажу, где душевая кабина. Так, здесь можно постираться. Может, машинка из этого. Вон, видно, да, наверное. А здесь душевая. Но здесь, смотрите, да, вот самого леечки нету. Просто можно помыться именно надставив. Вот так образом, и все. Ну, здесь то же самое. Что касается этой душевой, ну вот, здесь то же самое, и плюс вот здесь есть такая леечка, но она не работает, потому что отсюда вода течет. Вот таким образом, нерабочие вообще. Так, сейчас посмотрим вокзал Бреста.